Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Благодарим, что вы так дружно собрались на нашу встречу. Сегодня вся планета отмечает 70 лет завершения Великой Отечественной войны. Она завершилась разгромом Квантунской армии, которая вместе с союзником насчитывала почти 1,5 миллиона человек. Легендарным разгромом этой армии, советской армии, активно на том фронте сражалась и китайская армия. И очень приятно, что сегодня по крупнейшей площади Тяньаньмэнь прошли вместе представители многих армий, в том числе не только армии Китая, но и нашей армии. Там участвует в этом праздновании большая делегация Российской Федерации во главе с президентом. Я в Китае был 8 раз. Мы вместе с Си Цзиньпинем подписали меморандум о взаимодействии наших партий, что позволяет нам не только обмениваться опытом, но и готовить молодые современные кадры. Здесь все почти сидящие за этим столом не раз бывали в Китае, не раз изучали опыт реформ Дэн Сяопина, делились своим опытом и знаниями. Мы помогали вот Светлане Савицкой ставить космическую программу Китая, которая уже начинает осваивать Луну и превратился в великую индустриальную державу, по сути дела, в мастерскую мира. Но хочу обратить ваше внимание, что если с предыдущих двух мировых кризисов, которые заканчивались мировыми войнами, эту планету вытаскивал Великий Октябрь в 1917 году и наша Великая Победа в 1945 году, то во многом мировую экономику сегодня вытаскивает Китайская Народная Республика, которую руководит Коммунистическая партия Китая. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что мы для американцев и натовцев оказались не партнерами, а клиентами. Нас обложили такими санкциями, которые история не знает. Даже запретили двум руководителям Думы и Совета Федерации выехать за рубеж для контактов с своими коллегами, чего отродясь не бывало. Это не только оскорбление, но и унижение всего депутатского корпуса и нашей страны. Мы считаем, что в новых условиях расширения наших связей с БРИКС и ШОСом, а это прежде всего Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и целый ряд других союзников, имеет принципиальное значение для предотвращения нового мирового столкновения. Поэтому мы приветствуем, поздравляем всех вас с 70-летием завершения Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны. Наша партия идет дружно на предстоящие выборы. Мы подготовили программу борьбы с кризисом, программу развития промышленности. Наш закон о промышленной политике поддержан практически всеми и вступил в силу. Наш оборонный заказ начинает действовать, и сегодня мы рассматривали, как он работает в объединении «Сокол» и в вашем крупнейшем регионе. Нижегородская область всегда входила в число главных кузниц нашей безопасности. Здесь только на Красном Сормово в лучшие годы могли производить до 30 подводных лодок. Ваше объединение «Сокол» поставило на фронт каждый второй-третий истребитель. Здесь, на Нижегородской земле, ковалось наше ядерное оружие в Арзамасе. Здесь и сегодня умеют делать все, если активно поддерживать и проводить подлинно-патриотическую государственную политику. Мы пошли на выборы здесь солидной командой и уверены, что избиратели нас поддержат. Сегодня готова программа развития промышленности и производства. Наш закон образования для всех может отменить ЕГЭ и позволить каждому молодому человеку вплоть до высшего получать бесплатное образование и первое рабочее место. Мы подготовили закон о детях войны, которые могут получить такие же льготы, как и участники войны. Их осталось 12 миллионов, и для этого надо всего 140 миллиардов. Но почему-то партия власти не желает голосовать за это, хотя подарила банкирам за последние 2 года 2 триллиона рублей. В основном эти деньги пошли не на реальное производство, а на финансовые спекуляции, что позволяет лихорадить нашу валюту и создает большие трудности для промышленности и сельского хозяйства. У нас готов закон о торговле, который бы сумел остановить дикий рост цен и тарифов. И мы подготовили закон, в соответствии с которым надо приостановить закон, который требует платы за капитальный ремонт,
и ввести эту плату, 85% платит государство и 15% тот гражданин, которому требуется капитальный ремонт, а не вообще собирается всех подряд. Короче говоря, пакет законов готов, и мы сегодня его представляем здесь и на Нижегородской земле. Нас несколько обеспокоило то, что единственная область, в которой по суду сняли большую группу наших депутатов, большинство мы уже восстановили, думаю, в ближайшие дни суды примут справедливые решения. Все это сделано по абсолютно надуманным предлогам. Нас не страшит, но нас удивляет, что на вашей прекрасной патриотической земле оказались так называемые коммунисты России, которые зарегистрировали. Все в двух регионах зарегистрировано это движение, у которого нет ни структур, ни ресурсов, и они паразитируют на святом названии. Но кому-то, видимо, у вас из руководства нужна эта фальшивка, которую раздувают и вывешивают, в том числе и плакаты, а эти плакаты немало стоят. Ну и надеюсь, что ваш избирком из прошлой эпопеи сделал соответствующие выводы. Когда 7 руководителей были отстранены, недавно я разговаривал с Щуровым, вчера с Нарышкиным, председателем Думы, и сказал, что если повторится то, что было в прошлый раз, они не отделаются легким испугом, по ним тогда скучают места не столь отдаленные. Мы сюда пришлем своих представителей и наблюдателей и обеспечим, чтобы выборы прошли достойно. Мы не позволим голоса граждан воровать и приписывать кому бы то ни было.